Итак, мы продолжаем, ну и это, идем. Ты ж моя прелесть, она стоит и ждет, грустит. Она нашла видеопрокат, но мы заняты ивентом, главным ивентом этой обновы, поэтому мне грустно. Мы просто заставляем Энби ждать. Блин, там, кстати, там... Со мной на концерт хочет пойти Эллен. Так. Блин, она... Ты дома, дай своровать Wi-Fi. Это мы прошли. Там, по-моему, она хотела с нами на концерт пойти, но я снова это провтыкал. Бля, подождите, я же забыл. Ну, у нас же стрим по Зюзи, да? А значит, мы ж должны... Так, мы же должны понаписывать. Мы же должны качать. Ну, типа, это... Злой чат. Злой, не напомнили. Так, ладно. Давайте звать подругу. Так, мне скучно. Так, поехали по стандарту. Так, ну подождите, там... Блин, это и правда так не работает. То есть она и правда должна... Так. Она и правда должна была прийти, и мы должны были сходить с ней, типа, на концерт. Она купила билеты, помните? Она хотела купить билеты. Она уже купила билеты, и мы должны были пойти с ней на концерт. Как бы, ну... Так, это мы все видели с вами раньше. Так. Нери, за что? Ну, блин, акула, я просто провтыкал. Как бы... Купив билеты, Эрин заявляет, что голодна. И идет к вашему холодильнику. В смысле, блядь? Но полки в холодильнике пустые. Она разочарованно смотрит на вас. Вы идете в магазин и закупаетесь едой. Вы благодарите Эрин банкой конфет. Вы бы видели сейчас мое лицо, просто что за женщина? Она пришла ко мне домой, своровала Wi-Fi и полезла в холодильник сразу, ну типа сходу. Но там, если что, Джейн... Повесилась в холодильнике. Как бы странно это ни звучало, да? Блин, ну, поговорка есть поговорка. Так, и теперь... А что теперь? А что теперь? А что дальше-то? Угу. Нет. Цинь, понятно. Нет. Я провтыкал, короче, ивент немножко с акулей. Вот же. Вот же. Короче, ладно, поехали. Поехали по кавернам. Я чуть негодую. Уф, осуждаю. Я буду защищать эту акулю. Я ее буду защищать. Я оценила общее число ящиков с припасами, которые могут находиться в каверне. Угу. Здесь отображается количество уже полученных ящиков. 1 из 10. Погнали. Не вижу вообще никаких проблем. Ну, понимаете, Эллен из тех девушков, с которыми, ну, ужиться будет сложно. Она вас просто объест. И как бы вот. Ну, это проблема. Это на самом деле проблема. Вот я, допустим, не умею готовить. А она умеет есть. Ну, она умеет есть. Причем есть она умеет еще лучше, чем я. Как нам уживаться? Так, позвольте объяснить. Как работает усилитель горячего тумана? What?
Да, она немножко школьник. Так что тут надо быть осторожнее. Он поглощает мелкие частицы эфирной материи и повышает боевую эффективность отряда в насыщенных эфиром областях. Короче, дичь какая-то неведомая. А, вот помнится, как ты жаждал акулу, а теперь сам ее динамлю. Да, я просто... Я ее не динамлю, честно. Я хотел на стриме вам показать. Я, короче, понял, что эти ивенты повторяются, и как-то вне стрима я тыкнул этот же с ней ивент. Ну, чтобы подкачать немножко отношения. Она купила билеты и говорит: приходи вечером на концерт, будем веселиться. Ну, а следующий стрим через неделю у меня. Она уже и болт на меня забила, и, видимо, на концерт сходила. И как бы, ну, как бы, вот, если что. Не, я думаю, знаете что, наверное, я все же отношения с персонажами буду качать вне стримов, потому что столько теряется времени и прочего-прочего. Я лучше вам буду рассказывать, как мы вместе с определенными персонажами провели время. А вот. Типа там стрим начинается, я говорю, мы с акулой там фильм посмотрели. И все, все ок, норм. Так, ладно. Если хотите узнать секреты производства, я... Да не хочу. Усилитель горящего тумана. Оно нам надо вообще. Оно вам... Вот. Ребят, оно, типа, вам надо, мне не надо. Так, это сломанная штука. Ок. Вот шутки шутками, а ко мне как-то соседка приходила, типа, Wi-Fi хотела своровать. Отличное место, чтобы испытать усилитель горячего тумана. Ага. То есть во всем виноват чат. Чат вообще во всем виноват. Ну типа, если стример что-то забыл, значит чат ему не напомнил. Очевидно же! Ну так оно и работает. Он поможет вам собрать частицы эфирной материи в радиусе действия. А что бы это вообще не значило? А, бля! Оно рассеивает туман, а там плюшки! Максимум хп повышен на 4, весь урон повышен на 10, и оно дает бафы. Кажется, у вас получается. Усилитель горячего тумана сейчас разряжен и не может поглощать эфир. Короче, эту штуку мы не продаем. Вот. Блин, главное, чтобы на каком-нибудь из стримов не получилась такая штука, типа вот, знакомьтесь, это наши Сэрен Акулята. А вот. Ну, там как бы... сложно. Так, акуль, поехали. Еще бы пробраться куда-то. Бани, привет. Что-то как-то пытаемся разобраться с ивентом и пытаемся как-то сделать так, чтобы не отдавать вообще Николь деньги. Ну, во-первых, Николь зажопила деньги, это раз, она нам еще должна, и она у нас, помимо этого, еще просит деньги. Это нормальная женщина? Так, этого достаточно. Уходим отсюда. Подожди, что? Я сюда пришел, чтобы поломать ящики? Ну, типа. Знаешь, у тебя пачка, два школьника и бабка робот. А прикол в том, что у меня другой пачки вообще никакой нету. Это самое, наверное, отвратное. У меня есть солдат, но она голая. Вот, там под нее есть и Люси, но она мало того, что голая, она еще и не прокачанная. А то есть свиномет у меня не работает. А, предложи ей подзаработать промоутером в прокате. Кстати, она же не может, да? Мне просто интересно, а ивентовые персонажи, они могут вообще работать промоутером? Да я там я там тоже их видел. Так, это мы уже видели. Так. Ок. Это что?
Мне удалось обнаружить, что здесь можно установить связь с внешним миром. Пространство здесь тоже относительно стабильно. Подождите, могут? Серьезно? То есть акула может поработать промоутером с определенного уровня доверия? Так она ж не будет работать. Я же разорюсь на конфет. Типа, я ей буду платить конфеты, а она будет тупо спать на диване. А? Вам нужен такой работник? А потом она скажет, что директор до нее домогался и меня уволит из проката. Это сценарии западных игровых студий, если что. Так и будет. Я отмечу это место. В будущем вы можете входить и выходить из каверны C41 здесь. Вон. Мы же продолжаем исследование, да? Да. Угу. Главное, чтобы после этого заявления не было ссылки на Boost с платным фабриком. Не-не-не-не-не. Господин, это терминал управления безопасностью. Он подключен к нескольким защитным сооружениям в каверне. Ок, допустим. Система управления слабо развита и безнадежно устарела. Некоторые элементы интерфейса отсутствуют. Но ты же что-то сделаешь. Помогите фее взломать фаервол. Подождите. В том-то и прикол, она спит во время работы, а челы думают, что она была настолько сильно увлечена просмотром фильма, что спит на рабочем месте. Вот бы остальные работодатели думали так же. Блин, подождите, был же какой-то то ли ролик, то ли еще что-то, где в какой-то там японской компании куда-то там приперлись, там чел спит. И у начальника спрашивают, типа, а чё за хрень? Он говорит, вот, у нас так люди работают, пока они не упадут и не уснут, вот он работает, да. Получается, так и с Эллен. Я сегодня этот ивент прошла, было просто, но диалоги душат. Душат не столько диалоги, сколько в каверне вот эти вот штуки, всплывающие окна. Следуйте ритму музыки, чтобы... Бля, мне же Бен на ухо наступил. А, кстати, а можно считать удачей Ликаона со второй крутки вместо Цини? Если со второй крутки, и если у тебя есть акула, да? Если есть акула, это же идеально. Ну, типа, что такое Ликаон? Ликаон — это Цини для акулы. А Цини — это Ликаон для других отрядов. Короче... Ликаон идеален для акулы. Я хочу из стандарта выбить себе Ликаона. А там можно и без звука пройти. Ну, как бы. Метод великого научного тыка еще никогда не проигрывал. Двигайтесь и в ритм или вслед за белыми вспышками. А! Короче. Поехали. А что начал? А где вспышки? А где звук? А свет вокруг экрана будет мигать в такт ритму. Видели мое лицо в этот момент, когда типа чё? Спасибо за помощь. Внешний фаервол терминала пройден. Сейчас я ищу местоположение остальных фаерволов. На это уйдет время. Угу. Объект безопасности открыт. Наису. Короче, мы что-то прошли. Что мы прошли? Как мы прошли? Не. Вот же... Ладно, я не гордый. Так, это апнули. Угу. А было бы понятно, если бы было понятно. Вот, но так как непонятно, оно не очень-то и понятно. И снова ты, ладно. Погнали. Мне настолько нацепенило Джу Юань, что я по вайфу-фактору прокачал Билли. Блять, у меня фуловый Билли, как бы. И это проблема. Я его как бы, ну, не звал.
Я его не звал. Серьезно, я его не звал. Bye-bye. Вот как бы... А я Джи-Юаньку не качал. Ну, я ее и особо-то не выбивал. В смысле, не качал, я ее не выбил. Потому что мне вообще не нравится механика именно огнестрела в этой игре. Вот, ну... Я не знаю, они отпрыгивают. Ну, понятно, почему они отпрыгивают, чтобы не получить по лицу, но... Вот это чувство дистанции, которое нужно постоянно сохранять и как-то держать, ну, чтобы ты ненароком куда-то не ускакал, вот, оно мне не то чтобы нравится. Оно мне вообще не нравится. Вот. Вот то ли дело гордые милишники, да, которые просто идут и ломают лица. Ну, типа, напролом. Это уже как бы по-нашему. А, кстати, когда Цинье только появилась вообще в первых там трейлерах, вообще без рофлов, абсолютно, я думал, что это лучница. Она там как-то в трейлере стояла, и у нее же, короче, это, копье, вот это ее, нунчаки, копье, как-то, ну, инструмент для пыток, как его еще назвать-то можно. Вот, и эта штука на конце имеет оперение, как на стреле, и я думал, что она, ну, на полном серьезе лучник. А оказывается, это для того, чтобы копье было удобнее метать, ну, или сбивать. Я думал, что она лучница. Ну, вот как бы да. Крица, если ты кошатник и предпочитаешь попастых... Блин, я кошатник, но попастых я не предпочитаю, но от Джейн я не откажусь. Там сложно удержаться. Почему это так работает? Я не знаю, чем мне продали Джейн, но мне чем-то продали Джейн, понимаете? Блин, мне уже в который раз говорят, что мне надо бы туда заглянуть. Давайте заглянем. Мне Джейн прям... Ну, подождите. А нам, наверное, глубокий нужен, да? Или внутренний? А какой я проходил? Ёбушки-воробушки. Я же что-то проходил. Давайте внутренний пройдем. А, нужно оба? А, точно, нас же два раза туда отправляли. Так, ритм. Как же я флекшу, ребят. Как же я флекшу. Как же я флекшу под эту музыку. Это просто не... Таких ритм игр я еще, типа, не припомню. Но как же я флекшу. Мое чувство ритма, оно, ребят, умерло. Оно думает вообще заканчиваться? Я уже типа, ну, устал. Блядь, заканчивайся. Ай. Это за что? Будет забавно, если там нужно просто 100 на... Ладно, мы это прошли. А, там время! Блин, я просто на время тут не смотрел. Так, ладно. С этим мы как бы справились. Максимум комбо 96, идеальных... Разблокируем. Какой ужас! Так, ладно. Нам нужно еще раз. Поехали. Ну, это прям глубокое проникновение, и здесь должно быть немножко посложнее, нет? Мне минуту держаться нужно. Блин. Прям вот минуту. Так, ребят, флексим. Мне думал, флексить скучно, типа. И я чувствую себя как-то странно.
прикольно, что каждый раз какие-то новые механики в этих странных телевизорах. И они максимально друг на друга не похожи. Зачем я это сделал? Ладно. Ай. Так, там, ребят, чуть-чуть осталось. Чуть-чуть. Держимся. Продержались. Ну ладно. Это какой-то Undertale прям. Это вообще какое-то что-то странное. Я не знаю, что это. А мы здесь сидим уже 20 минут и... Чё-то происходит. Так, да-да-да, материалы мы забрали. Окей. Теперь я бы хотел пойти вот сюда. И использовать... А у нас нет этой штуки, кстати. А почему Сакаку говорит так, как будто я ей должен вообще карманные... Энергия усилителя на нуле. И он не может поглощать эфир. Нет, пока мы каверну покидать не будем. Почему я должен вообще Сакаку давать карманные? Вы чё? Вы чё? Я бы своим детям карманных не давал, и здесь Сакаку. Потому что она типа на тебя работает, ничего не знаю. В смысле на меня работает? Блин, я карманные даю своему коту. Вот, и он не жалуется. А дети — это не кот, поэтому... Блин, приятная все же акула, когда она хотя бы чуточку подкачана. Она становится настолько приятной. Да-да-да, я понимаю, что эта штука зарядится, и тогда я смогу рассеивать туман и лутать всякие плюхи. Но я хочу просто потыкать какой-нибудь акулой. Ну, могу себе позволить, да. Может, тебе ебы нет, она тебе 100 рублей, так пусть идет. Юки меня опять сегодня в 6 утра будил. Вот. Я в Лоли Топпер сочувствую, сочувствую. Явно ты очень глупый. Вот. Я тоже топпер в Лоли. Блин, как нас туда угораздило вообще? Как? Зачем? Зачем? На АДК вообще играют странные люди и... Играют ли? Блин. Вспомнили о Лоли, захотелось покатать, но я держусь, я держусь. Последний раз я там был недели две назад, я держусь. Так, ребят, сейчас я глотну чай, и мы пойдем дальше. Это Вобес, а ты по Лолу вообще стримеров смотришь? Ты в курсе, что такое KCI и вообще все вот это вот? Мне нужно душу изливать. Мне нужно изливать душу. Лучше быть глупым топером, чем АДК. Так, да, родственная душа. Ладно, покидаем каверну. Я, как чистокровный Гарен, понимаю, о чем вы. А, подожди. Боже, ладно. Так, поехали. А мы, наверное, должны как-то залутать награды, нет? Нам, ну, нужны же.
И вообще, я бы на сегодня... Чего? Это кто? Позволяет улучшить амплификатор золотоцвет. А, нам же дадут пуху. Вот, и это для прокачки ее конст. А, и я могу ее получить. Угу. Что это такое? Так, это для нападения. А, здесь просто сила атаки в бонусе. Окей, сила атаки еще увеличивается на 6%, а урон особых... усиленных особых атак на 15%. Я, похоже, знаю, что я отдам солдату. А потому что эта штука вроде как выглядит, да? А вроде как выглядит солидно. Я не понимаю, за что мне дают гема. Я настолько искренне не понимаю, за что нам дают гема. Я, конечно, хожу по каверне и вот это все, но... За что мне платят? Как вышло, что энергомодуля этого усилителя хватило лишь на одно использование? Неужели прибор полностью вышел из строя? Да вроде нет. Правду говорят, к худшему... А, к хорошему быстро привыкаешь. Так, ладно. Нужно придумать, как его восстановить. Я сейчас в Лигу не играю, но Лигу я активно смотрю. Вот. Николь вышла на связь. Она приедет и выяснит, в чем дело. Можно сюда Николь? Нет. А может, она уже на 6-й? Мне ее найти? Я сам схожу. Блин, сейчас опять придет. А, и Клара здесь. Она все еще хочет про золотого банбу, чтобы мы сходили. А чтобы разузнали эту легенду. Ну, не 6-й улицы, а Нью-Ириду. И она вот до сих пор здесь тусуется, возле нашего проката. Ну ничего, время придет, определенно. Так эта штука поглощает частицы эфира, чтобы расчистить путь? Удобно. А почему мне такая не досталась? Удобно, да ненадолго. Кажется, после подзарядки этот прибор можно использовать не один раз. Но порт зарядки поврежден. Ах, перепаивать. Неужто ты разбираешься в таких вещах? А ты хоть представляешь, сколько времени я потратила на исследование каверны Си-41 за последние дни? Я потратила массу усилий на исследование вещей из ящиков с припасами, чтобы подороже их продать. Не помню, сколько инструкций по методам анализа с надписью «Копирование запрещено». Только для личного пользования я прочла. Ради денег ты готова выложиться на полную. Ну, а чтобы развести клиента, ну, в смысле, чтобы помочь клиенту осознать истинную ценность товара, нужно все подробно ему объяснить. И вот кто большая крыса, Джейн или Николь? А таких усилителей, как у тебя, я не видела, но в каверне Си-41 есть похожее. Сейчас Си-41 исследует эта девчонка из Белобога, которая мне ростом по пояс. И горничная из Виктории, которая ходит с плюшевым мишкой. Опа. Это к нам. Может, у них найдутся запчасти для починки твоего усилителя? Я сейчас снова отправляюсь к каверну Си-41. Если будут новости, я с тобой свяжусь. Окей. Так, погодите-ка. Поехали. Нас ждет стройплощадка. Ну, Николь, такая мышвара просто. Как же меня бесит мяучила. Блин, ну, ребят, Джейн, это то, ради чего стоит копить гема.
Ради этого стоит копить. А вам тоже хочется вот таскать железо? Вот как только вы зашли на территорию Белобога, вам хочется взять какую-нибудь, я не знаю, гантелю, штангу и вот просто в виде этих мужиков и под эту музыку вам хочется качаться. Просто они... Вот прям они подобрали. Они прям подобрали. А Джейн, милая домашняя крыса, ты видел сегодня ее трейлер, который вышел? Она чуть, простите, не из... маленького инспектора, прям в машине, своим хвостом. Маленькая домашняя крыса, если так, то я хочу себе такую маленькую домашнюю крысу. Бросайте ссылку на покупку. О, а вот и ты. Так, а вот и я. Это типа сета? Не, там Нэри маленькую девочка, там маленькая девочка-инспектор. И к ней с хвостом подкралась Джейн. А дальше я не могу рассказывать, что было. А президент и остальные пошли в каверну Си-41 еще утром. Если что-то нужно, спрашивай меня. Так, вас тоже интересуют сокровища? Нэри, это нужно видеть. Я отказываюсь об этом говорить. А Мидсаммер когда-то был на равных с троими вратами. У них на складе есть данные по военной технике, которые пригодились бы Белобогу. Но в ящиках с припасами столько всякого разного. Пока с одним разберешься, полдня прошло. Позавчера мне попалась одна штука. Я подумал, что это какой-то ценный материал или прибор. Но мы изучили его как следует и поняли, это небольшое устройство, хоть и... Это небольшое устройство, хоть и искусно выполненное. Угу. Ты как раз вовремя. Если хочешь, могу отправить эту штуку тебе. Давай. Такая же у нее работа, да? Да. А тут я ее нисколько не осуждаю, я ее полностью одобряю. Так вы ж... подожди, ты вот так просто возьмешь и отдашь ее мне? А что? Ты ведь помогаешь комбинату Белобог. Ты один из нас. Симон. Сейчас ведь праздник. Ну, типа, есть же, ну, всякие праздничные традиции, правильно? Вот считай, что это подарок. Да, это праздничный подарок. Даже если эта штука тебе не пригодится, оставишь как сувенир. Ага. Спасибо. Кстати, если тебе попадутся чертежи военных машин, приноси их нам. Мы дадим хорошую цену. Ладно. Блин, и нас... Ребят, едем горничным. Поехали. Поехали. Ну, я уже говорил сегодня, да, но еще раз скажу, что я очень жду именно трек от Крыски. Все же у каждого... персонажа в Зюзи есть твоя песня, как бы «Здравствуйте» и свой музыкальный клип. И мне очень интересно посмотреть на Крыску. То есть вышло уже боевое видео, вышло лорное небольшое видео, и дальше должен быть музыкальный клип. Вот. И вот это я прям жду. Вот это я прям жду. Это мы ждем прям всем селом. Подождите, а где они там? То есть, вот, ну, как бы, все это время я не мог собрать этот, ну, сундук? Серьезно? Ладно. Угу. И, ребят, да, самое время нам сделать небольшой перерыв, буквально 5 минут, и мы продолжим. У меня закончился чай, обещаю, ну, типа, такое себе. В общем, 5 минут и продолжим.